Были мастер-классы обладателей шестого дана, кстати, как и у вас. Вот, возможно, заметили какую-то разницу в школах? Просто здесь, в России, кажется, что все школы, которые есть в мире, имеют представителей, имеют своих фанов, да? И в других странах, в Германии, не все школы можно встретить так. А здесь сильная репрезентация каждой школы, каждого направления, которое в мире. Я приехал с учениками, которые тоже мастеры, они инструкторы по айкидо, но в моей организации, и с ними приехал. Один из Беларуси тоже. И мы еще вас увидим сегодня на сцене во время вручения премии Национального совета айкидо России «Торнадо». Ну, конечно, главная часть вечера. Дорогие друзья, гость из Польши, Роберт Янович Шостака, айкидо, президент фонда айкидо города Гданьск.